Сколько там народу, вообще пиздец. Вообще много народу. Нихера себе. Здесь у них пляж тут. Летний. Народ купается. А народ и сейчас купается уже, смотри, залазит потихоньку. Вон, купаются маленькие. Детки, детки, ну. Детям закон не писан. Они купаются, они так. Прям... Полоскаются, да. Вон там купаются. Вот, я и говорю, там и купаются. А, ну да. Вот. Дайвингом занимаются ребятишки. Ныряют с маской. С маской. А вон с маской ныряют. Балуются. Да, ну и стену тут построили. Так, стоп. Великий Новгород. Мост офигенный. В Оренбурге тоже красивый мост. О, крепость какая-то. Кремль. Но это не Кремль. Это же не Кремль. Это Кремль. Новгородский, да? Да. Знаешь, они почти в каждых городах есть. Кремль. Понятно. Свои. Ну у нас-то нет. У нас в Оренбурге тоже нет. Ты понимаешь, город старый. Оренбург тоже старый. А вон еще какой-то этот. Мужик на коне. Да. Какой памятник, как называется? У нас Чкалова в Оренбурге. Памятник. Да. Это ко Дню Победы. Ко Дню Победы, да? Рассказывай, ты будешь как памятник называть? Какой красивый. Новгородец. Он же говорит, ко Дню Победы. Построим ко Дню Победы. А там табличка, походу, есть. А кто на коне-то? Великий какой-нибудь. Пошли. Человек. Великий. Да пойдем. Зачем? Зачем? Да ладно, простите, я просто посмотрел, мне не интересно. А что? Мне интересно вон туда пройти и туда по мосту. Вон туда на корабль пройти, вон это красиво. Это ресторан. Ну и что? Ну заснять его просто. Нет, мы не залезем, мы просто с моста. Данька, пойдем на ручек, тут народу много. Поэтому давай. Короче, у нас локация туда идти, на корабль.